События. Автоматически создаваемые события у ORM сущности. Мы рассматривали эту тему уже в курсе ведения в DC. Напомню, что существует 9 событий. Есть события перед выполнением операции. Он БФ. Можно изменить входящие данные или сгенерировать ошибку. Есть события во время выполнения операции. Он. Уже нельзя изменить входящие данные, но можно сгенерировать ошибку. Выполняется до фактического выполнения скель запроса. И событие, выполняемое после операции. Он авто. Здесь мы просто можем узнать о выполнении операции. Внести какие-либо изменения или отменить операцию уже не можем. Так у нас получается три типа событий на операцию. А операции у нас всего тоже три. Добавление, обновление и удаление. На слайде они обозначены Action. Так и получается 9 событий. Рассмотрим, как разработчик сайта сможет использовать события нашей, уровень сущности нашего модуля при разработке сайта. Он может зарегистрировать обработчик событий вынят PHP. У нас есть возможность зарегистрировать в данном файле обработчик события, используя метод addEventHeader нового ядра. Это вариант по-новому. В addEventHeader передаем имя модуля, к которому относится событие, само событие и массив, в котором указаны классы обработчика события и имя метода обработчика. В обработчик события будет передан объект класса bitrixMainEntityEvent. Давайте зарегистрируем события, вызываемое перед добавлением элемента. В обработчике события просто выведем полученные в обработчик параметры с помощью метода getParameter. Также есть возможность зарегистрировать обработчик по-старому. Для этого используем метод addEventHandlerCompatible нового ядра. Набор параметров тут аналогичен addEventHandler. Это необходимо, если мы хотим использовать обработчик, написанный по-старому, то есть принимающий массив параметров на вход обработчика, а не объект. Мы реализовали компонент, в котором происходит добавление элемента. Откроем страницу, на которой мы разместили компонент. Смотрим результат. У нас вывелся массив данных. А далее мы видим результат работы нашего компонента. Событие отлично работает. Если нам потребовалось бы, то мы могли бы изменить входящие параметры или проверить их, отменить добавление и так далее. Если же нам нужно использовать в одном модуле события другого модуля, то мы это можем также сделать. Мы сделали еще один модуль. Назвали его academy.event. Зарегистрируем еще один обработчик на события добавления книги. Регистрация обработчика события при установке модуля делается с помощью метода register.eventHandler. А снимается регистрация методом unregister.eventHandler. Все эти методы нового ядра. В эти методы передается ID модуля, к которому относятся события, ID события, обработчик которого мы будем регистрировать, ID модуля, к которому относится регистрируемый обработчик, а в два последних параметра передается класс, где лежит обработчик, и само имя функции, которая является обработчиком события. Само событие мы описали в данном файле. Аналогично оно работает к предыдущему примеру. Устанавливаем наш модуль. Открываем опять страницу, где у нас происходит добавление книги. У нас вывелся массив данных. Первый массив – это вывод из обработчика события, которое зарегистрировано было в модуле academy.event. Второй массив – это вывод из обработчика события в init.php. А после мы только видим результат работы нашего компонента. Событие отлично работает. Ну а теперь самое время рассказать, как мы можем добавить обработчик событий прямо в описании URM сущности. Кому-то такое решение может показаться странным. А зачем нужны такие события? Дело в том, что стандартные методы формируются автоматически при описании URM сущности, и вы не имеете доступа к ним. Но зачастую нужно изменить их поведение. Вам может быть нужно изменить какие-то данные перед сохранением, обновлением, организовать проверку прав доступа, разные виды журналирования и так далее и тому подобное. Все то, что не ложится на стандартный функционал, можно решить с помощью обработчиков событий, описанных сразу в описании уровень сущности. Для того, чтобы зарегистрировать обработчик, нам достаточно внутри класса, в котором описана уровень сущность, создать метод обработчика события с именем события. Рассмотрим пример, где мы хотим запретить изменять у книги SBN. Для этого используем обработчик события onBefaUpdate. Аналогично называем наш метод. В него передаем объект события. Внутри метода мы получаем объект результата события класса EventResult. И с помощью метода getParameter получаем поля, изменяемые при обновлении. Проверяем, не содержится в ли в изменяемых параметр ISBN. Если содержится, то мы от нашего объекта результата вызываем метод addError параметров который передаем экземпляр объекта fieldError. В конструктор FieldError мы передаем поле, в котором произошла ошибка. Используем такую конструкцию. А вторым параметром передаем, собственно, текст ошибки и возвращаем объекта результата. Все, обработчик событий мы описали. Какой-либо дополнительная регистрация обработчика не требуется. Он автоматически подключается. Теперь посмотрим, как работает обработчик. Мы подготовили специальный компонент, в котором рассмотрим два варианта. Сначала обновим элемента названия, а потом то же самое сделаем, но обновим ISBN. По идее, второй вариант должен вызвать ошибку. Как видим, обновление у нас произошло успешно. Это мы обновили название. Теперь изменим iSBN. Открываем страницу с компонентом и видим, что произошла ошибка. И у нас вывелся текст ошибки. Наше событие отлично работает.